Лен, добрый день. Мы находимся в городе Юрмала. Мы приехали в гости к футбольному клубу «Каугури». Вот, образовались мы в 2008 году. На данный момент мы сконцентрированы на воспитании подрастающего поколения. В клуб приглашаются девочки, мальчики разных возрастов. А нас хотелось бы рассказать, что я непосредственно сам являюсь юрмальчанином. С малых лет живу здесь, так же, как и мой брат, тренер. Ну вот у нас такой семейный подряд, можно так сказать. С малых лет хотелось всегда, чтобы в Юрмале был большой футбол. Я сам воспитанник Рижской футбольной школы, занимался в Риге у знаменитого тренера, хорошего человека Илмара Лепинша. Закончил в 33 года по травме. На данный момент остаюсь тренером, одним из руководителей клуба. Играл в национальной сборной, за границей играл. Есть что преподать детям, есть что показать, рассказать. Занятия проходят 4 раза в неделю. У каждой группы 3-4 тренировки. Тренировки проходят вечером, по выходным дням с утра. Тренировки проходят в зале. У нас есть также возможность посещения бассейна. В основном в месяц у нас дополнительно есть 2-3 турнира. Дети одеты в одинаковую форму. Часть мы оплачиваем, часть родители покупают сами. Инвентарь клуб покупает сам. У каждой группы проходит чемпионат Латвии. Помимо чемпионата Латвии проходят коммерческие турниры. За границу в основном мы ездим 1-2 раза максимум в год. Дети занимаются у нас с 4 лет. Старшая группа у нас это с 11 до 14 лет. В этом году завоевала золото в земгольской зоне. Не могу сказать, что всегда высшие места у нас, но периодически у нас появляются те медали заслуженные, которые ребята зарабатывают. Ну, а из футбола спелая 500 гадус. Мам патик, ну, спелая футбол, я говорю, твартус, ну, та. Из футбола тренируюсь в этом 4-5 гадус. Мам футбол патик, тапец, как первым картам, то есть это команда спорт. Un arī man patīk tas, ka šeit ir ar kājām jāvada bumbu. Un es ceru, ka tiešām varēšu spēlēt arī profesionālā līmenī, kaut vai, nezinu, 4. vai 5. Latvijas līgā. Bet galvenais ir spēlēt.